Всем привет, с вами Макс Риск, я не знаю, слух есть, есть, отлично. Вот что я включу на эти кланы. Также рекомендую канал Макс Риск и запасные каналы, вдруг удалят канал запуск, права там. Музыка чужая, вот прям сейчас дам, что мы слушаем с вами. Так, канал Макс Риск есть. Ну тоже я вам не гарантирую, что он будет жив, но подписывайтесь, это прикольные ролики. Давайте посмотрим канал, потому что там есть запасной канал. Прикольный. Вот, например, тут. Эти вейпс. Думаю, что он запасной. Вот прикольный аватар. Шикарно просто. Я прям сейчас такой поставлю, реально. Он неделю назад сделает ролик, так что напишу тебе норма. А сейчас норма. Вообще-то ставьте лайк, закрепим комментарий, он не закрепил. Наши социальные ссылки. Значит, в следующий раз как-то. Или YouTube скрыл, бывает такое даже. Так, давай тогда Швейцарию. Вот Швейцария реально топчик, а с Россией реально хуже. Там нападают на Россию. Потом посмотрим, как мне напали. Вот я Россия была раньше. Был. Че такое? Я понял, к чему ты гонишь, а? Йоу. О! Тан-тан-тан, мы тебя съедим, потом у нас будет подкрепление. Так, у нас лошадки есть, давайте заберем одну. Одного оставим, одного заберем. Потом будем тоже атаковать, в принципе, если мы вместе, то Франция, то почему бы не напасть вместе? Да? Ну, я вам о чем. Ой. Давай раздвойняшки. Так, Франция напала на Италию, ничего там не было, не знаю, добивать будет или нет, тупо нашу такой. То есть ты на всех слабых нападаешь? Или вы войну с этим Австрией? Франция нападает на кого? На Италию? Это итальян? Ага, во как, тут кусочки итальянских воинов осталось, да, видно, вот три региона. Ясно, он не хочет связываться, так, он добьет, наверное, этого чувака. У них бой, потом подкрепление, и вроде он затащит, да? Окей, я по-моему потом. Ну, хоть кусочек там. Два куска, один кусок, неважно, хоть что-то. Мы с Тима, бро. Кстати, хоть что-то в домах принести. Рейтинг хорош. Так, я бы хотел. Здание, 1500. Там у нас фабрика доступна. Ну ладно, 1501. Так. Тысячу. Тем более единички может подкопить, точнее. Просто сейчас акция. Ой, хорошо. 170, в принципе. Так, держим, не хотел. Держи десятку. Ровно. Бах! Твою магнитолу, какого черта? Не список там еще. 5, давай. Бах. Спел. Могу еще попродавать, йоу. Ха, хитро сделано. Интересно. Так, повержен. Доски. Доски у нас дорогие, как говорится. 280. Купим. 300, буквально. Да. Так, а как там еще сказано? 376, если успеешь еще. 77 для безопасности, потому что у нас 1000 и уже 2 зерен. Два куска зерна может, есть. Два куска зерна ест. Очень хорошо так. Ой, снова 1125. Вот блин. Поверженный. За чего? Кто нападает? 1125, говоришь? Так, 1125, 1127 можно. Да, деньги даешь ты 1127 на. Да. Можем потратить 2. Если будешь успевать, то не будем тратить. Тогда это война. Войскам. А, пойдем. Точнее, уже пора собирать всех войск. Эй, чувак. Просто если у вас двое, то можно вот так вот. Ну чтоб глаза были. На всякий случай. Вот дух туда нападет такой. На тебе блин, кирдык.
Кто Британия на меня там нападет, не знаю. Ну да, ну, там никого нету. Странно. Бой ведется, сейчас там порубают, потом мы, наверное, придем попозже. Тут, в принципе, можно 12 воинов, как говорится. Все у них 12,2. А у вас сколько там? Что такое? Нет, точка сидим. В принципе, можно и пойти сюда. Вот как вам такая идейка? Мы уже нападаем. Нападем, точнее. А? Или подкрепимся еще. Точки там вообще. Ну, купим вот. 375 снова. Или 374. Сэкономим, так скажем, вот. 375. Прям как раз, да? Не, 376. Давай. Да, успел. Все же работа тактика. На отлично баллы. Так, значит, с ним я не знаю, делиться, не делиться. Я побоюсь. Так, 1001. Ну, в общем, там 990. На. Нам нужно только пока что эти, потом что будем думать про будущее. Пока ничего нет. Снова 1000. Сейчас, да. Давай, кстати, может замутить такое, ну. Побежится. Вот канализация у нас. Тима создал один бессмертный союз. А мы тут объединились, точно. Мне личку писали, мы объединились. Так, сейчас один, то же самое. На. Можно потом эти пушки брать? Реально? Отлично, слушай, танк мог один. Что нужно? Фабрика, я понял. Она не открыта и... Дрова, в принципе. Сколько? 36 тысяч. Нормально. Бро, это перебор с дровами. Так, сможешь хоть задаваться нам? Ну да. Так, а пока мы пробьем рыбку тоже. Железо. И такую цену 20 тысяч. Только мы дадим. Все. Не, спасибо. Вот рыбу продать желательно. Тут у нас свои сколько их. Так, угля, кстати, желательно продать. Ой. Нет, нефть уже будет дороже, как я понял. Вот уголь, в принципе, покупайте. А что вы думаете? Напасть или не напасть? Тут 4 куска, как понимаешь. Что мы получим взамен? Ну конечно. Газ. А за газ получим нефть и уголь. Да в принципе нужно нам это все. Ну давай, в принципе. 8 марта. До завтра давай. А вы когда? До 8. А мы в 7 утра. А вы раньше. Ну да и ладно. Просто завоюем. Чтобы хоть что-то я не боялся там. Показал свою огненную мощь, да? Так, коня давай сюда. На коня. Ой, там что-то Руси мутит, блин, ой, его нужно постричь, он это мутит. Внезапно так узем, потому что это же, знаете. Так, тут у нас клони, давай заберем. Эй. Так, окей, а что-то у нас там. С кем-то это есть? Я понял, я помню, что кто-то тут есть, алло. Фабрика. Так, что тут у нас? Куда вы идете? А, понял, вы живете с этим? Косточку страну укусит? Ну ладно, навоюйте. Там, по полной программе хочет, а тут не убирает. Значит, думают, что мы с ним тима. Окей, в принципе. Убирать войска тут.
Давай. Мы, так скажем, объединимся кусочек, чтобы было хоть что-то куда пройти. Потом будем кусать весь мир. Кусать будем. Весь мир наш. Давай, как бы, подожди, вернемся. Я посмотрю на топ, еще какой игрок я занимаю. По регионам я... О, топ-3. Слушайте, мы прям во все план мой заняли. Они прям по регионам сильны. У меня будет нас, Франция будет больше, все же, а Россия нет. Потом в России больше. Вот, блин, на счетчик. Ну, не в топе. Ясно. Переходим в Турцию. Давай. Турция. Там проиграли, нет? Не знаю даже. Вроде бы да. Нет. Фух. О, захватили. Помнишь, я говорил, что тут прикольно. Давай вот захватим. Не, ну в принципе ты доходи сюда вот. Так, что тут у нас? Захватил. Ну что, ничего не написал, я захватил Франц, как ты сказал, бро. Все с нами не общаемся. Ясно. Так вот. Да, я тоже помогу. Если можно. Так, кони. Кони должны сюда идти, потому что они сильные кони. Человек только офигевший, какой так? А он человек или как там? Да. А Франция тоже такой, блин, то кусочек забил, полный кусочек, ну а забирай. Капец, ой, у нас что-то минус. Не хочу. С Россией воевать неохота. Тут мы штима типа того. Так что пошли, что там у тебя там? По полной программе. Не буду, наверное, что такое. Не понял, кого черта, блин. Италия захватила, ну, до какого черта, блин? Италия захватила, блин, Испания. Вот сюда захвати, блин, бро. А то реально нас будет захватывать. И ничего нам не дадут. 5000. Дрова? Вы офигели, блин? 14 тысяч. Не, перебор, бро, я только чубался, потому что мы думать будем про это. Так, не, бро. Так, 376 75 77, говорят, 377. 376 как раз, да? Можешь, конечно, успеть еще продать туски. 3 копейки получить, как бедный, да? Нормально. Тысячу сколько? 1500. Так, держим. Я там думал, что тут кони, оказывается, нет никого. Да ладно, отправляй двоих сюда. Подожди, нет, отправляй их вот туда вот. А то Турция захватит еще. Кусочек захватила Турция страну, он для хитрая страна Турция. Не, сейчас уже день не качает, скончается тем самым. Да, потом уйти мы захватим кусочек. Дальше уж так не думать. Посмотрим. А, новости еще не считали. Нормально. Топ 2, кстати. Мы с Германии тупо. Даже Россию обогнали. Тем более она не с нами. Нормально, нормально. Так, я выбрал стоп, так скажем. Йоу, напал на Францию. Йоу. Я напал. Кстати, а он тут делится, да? Вот, да. Что это такое, Италия с ним? Тебя на Италию напал, вот это вот. Франция и Италия с тобой враги. Он говорит, давай сюда, я разберись. Я такой, да не, Франция сначала. А потом уже Италия, все будут наши. Да, сначала ты сражайся с ним, да? А я Франция такой слабой страной, потому что тут, как я понял, не все... Ура. Тут двойка... Тут тройка, шестерка, ну, он не все, как я понимаю, опасны. Еще как.
Так, мне нужен один. Ну так для того, чтобы никто не думал, что мы тут бедные, а то вообще захватит, тут захватили бы тебе. Не захватит, может ты укрепление построил. По-моему. Ну, сколько нужно? 376 досок. Эх, ё-моё, доски, доски. 376, 376. Тысячу нормально. 376. На казарму повержено. Построим. Казарма повержено. Построим. Там дороже. Ну все вроде бы. Захватим Францию. Может там у нас тик-тик. Да, пока всем.